О важности соблюдения санитарно-эпидемиологического режима точно знают в бутик-отеле «Рахманинов». Они одними из первых получили свой сертификат о 100% защищенности предприятия от коронавируса. Среди гостиниц первый, по области пятый. Вручать сертификат о 100% защищенности предприятия от коронавируса в бутик-отель «Рахманинов» приехал лично министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев. Руководство отеля признается, рады, горды, ждут позитивных перемен в бизнесе. Перед приездом многие гости задают вопросы и по телефонам, и по бронированиям. Как обстоит обстановка здесь, в Новгородской области и непосредственно в Великом Новгороде. Поэтому с таким сертификатом, я думаю, у нас будет 100% гарантия приема наших гостей. Наличие сертификата, правда, не значит, что весь персонал сделал прививки. По факту таковых здесь половина. Но действующие тесты на антитела тоже учитываются. Причем учет идет в дистанционном формате. Раз в неделю все предприятия региона должны заполнять особую форму на портале. Когда число привившихся и имеющих антитела сравняется с числом работников, тогда и выдается сертификат. Электронный, но имеющий реальные последствия. Не дай бог, да, случится нарастание ситуации, это некая такая помощь, да, организации. То есть они могут, во-первых, рассчитывать на более лояльные условия, во-первых, а во-вторых, и для клиентов, для собственного продвижения это показатель того, что в организации все в порядке. Кстати, отелю вручили сегодня не просто сертификат, а наклейку, которую персонал обещает повесить на входную дверь, чтобы все гости видели, здесь коронавируса нет.